Мы с ребятами задумали плов. Есть казан, есть очаг, куча дров. Мы огонь под казаном разведем. Тихо-тихо, потихоньку начнем. Разогрелся, раскалился казан. Растопилась, зашкварчала думба. За начало мы нальем по 100 грамм. С луком, солью на закуску джиза. За начало мы нальем по 100 грамм. С луком, солью на закуску джиза. Начался процесс, вот масло дымит. Брошу лука и обжарю слегка. Вот баранина за луком спешит. До румяной корки жарим бока. Вот пошел процесс не остановить. И морковочку нарезал равшан. По 5 капель за морковь, так и быть. И морковка полетела в казан. По 5 капель за морковь, так и быть. И морковка полетела в казан. А затем нальем немного воды. Я на хат еще вчера замочил. Соль, чеснок, шафран, щепоточку зры. Вроде все, я ничего не забыл. Все, что в казане сейчас в зерверах. Пусть кипит, но на потихоньку кипит. Да и Витька вон нарезал салат. Это грех салата мне закусить. Да и Витька вон нарезал салат. Это грех салата мне закусить. Отойдем на полчаса, посидим. Посмеемся, погрустим, может быть. И застолье я покину один, чтобы начатый процесс завершить.